Привет, народ! С вами Финаргот. Что же, к сожалению, вылетели у нас Virtus.pro. Хоть до этого они и одолели Optic Gaming, хотя игра была без проблем. Но после вот этой встречи с оптиками уже примерно было понятно, что не так много шансов ВВП. Проиграли первую карту. Я же вам в своих прогнозах говорил, что если ВВП проходит, ставьте на ВВП, но... Надо, конечно, понимать, что приходится отталкиваться еще от результата, который был до этого, да. 66% ставили на ВП, но все-таки не очень неудачно выступили. Ну и, конечно же, Team Secret без особых проблем одолели VGJ Storm и прошли дальше. И ну и, собственно, сегодня будут драться с Team Liquid за проход в следующую стадию. И получается у нас так, что опять у нас такой день, когда команда, которая выигрывает в этом матче, она будет играть еще один против Evil Geniuses. Поэтому я вам сейчас опять же дам два прогноза. Ну а потом третий прогноз вам пока говорить не стану. Я его напишу в своей телеге или в твиттере по ссылке из описания. Собственно, также сегодня вечером не будет стрима, где я делаю прогнозы в Dota TV. Все это будет теперь в телеге и в Твиттере. А в последний день Инта вообще это будет в виде трансляции в Инстаграме, потому что у меня будет попстомп, и мне не будет возможности ни туда, ни сюда оперативно написать ничего и не сказать. В общем, я думаю, вы меня поймете. Что же, кстати, стоит также отметить, что я по 500 рублей еще ставил на эти два матча. Это мне принесло какие-то деньги, особенно секреты принесли деньги, потому что на VGJ был коэффициент, собственно, меньше. Ну и сейчас для вас будет небольшой нонсенс, вы можете меня не слушать, но я поставлю на секрет в матче против Team Liquid. Вы могли это уже слышать в Королях Фэнтези, но я повторюсь, в общем, Team Liquid мне абсолютно не понравились в матче против PSG, хотя в то же время PSG — это команда, которая всех выносит вперед ногами, это как Винкс в 2016 году. Но все равно Liquid посыпались. Secret, да, тоже верхние сетки отыграли отвратно. И вот сейчас двигаются по нижней. Вроде как у них более-менее все получается. Посмотрим. Против VGJ Storm очень хорошо сыграли. Пупан может овердрафнуть Team Liquid спокойно. Мета нынешняя вообще очень странная. Все-таки все играют на совершенно новом патче 7.19, который вышел за 2 недели до Инта. Может быть, что угодно, но я, в общем, ставлю на Team Secret. Я считаю, что Team Secret могут одолеть Team Liquid в этом матче. А вот матч PSG LGD, я все токены ставлю туда. Все 10, еще 5 оставлю на остальные матчи. Ну и, конечно же, повторю тут свои ставки. На этот раз поставлю по 1000. 1000 рублей на Team Secret. И 1000 рублей на PSG. Вот как-то так. Подтверждаю. Напоминаю вам еще раз про телегу, Twitter, ссылки в описании. Про розыгрыш артефакта. Про розыгрыш Иммортала, который закончится буквально через несколько дней. Ну а с вами был Финаргот. Оставайтесь на связи. До скорых встреч.